Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале проверенных новостей и честных анонсов. Ребят, в этом видео кратенько расскажу вам по поводу пультов, которые есть в этой игре. И в частности, отвечу на вопрос, где взять пульт номер один, с учетом того, что пульт номер два мы все уже получили. Итак, значит, смотрите. Для тех, кто не знает, на втором уровне бесплатной подписки на СТРВ-81 есть вот такой вот пультик. Этот пульт называется пульт номер два. И у меня в комментариях задали огромное количество вопросов. Как включить экраны, почему они не загораются, я сделал какие-то победы, мне все равно ничего не дали. Давайте еще раз, и очень кратко, так чтобы много времени не тратить. Суммарно у нас здесь 7 вот таких вот серых экранов. Один из них уже у нас открылся тогда, когда мы забрали пульт номер 2. И вот этот второй экран, он у нас уже с изображением. Что будет происходить дальше? Все, что я получил от разработчиков, сообщаю вам. В течение лета будут игровые события, в которых мы будем забирать себе по одному пульту. И с помощью этих пультов будут автоматически, вам для этого делать ничего не надо, открываться определенные экраны. Если вы соберете все 7 пультов, то у вас откроются все вот эти вот экраны и появится вот здесь, вот с левой стороны, на главном экране, мини-квест, а именно квест на одну победу. Сделаете одну победу, получаете какой-то крайне крутой, но пока никому неизвестный приз. То есть неизвестно, что конкретно нам разработчики подарят, но пообещали, что это действительно будет что-то помрачительно грандиозное. Ну и теперь в отношении того, где можно взять себе пульт номер один и почему мы все получили пульт номер два и как мы вообще этот первый пульт могли пропустить. Значит, смотрите, у вас в хранилище сейчас, если вы забрали себе второй пункт, есть вот этот пульт номер два, и пульт номер один еще никто никуда не выставлял. Пульты будут появляться рандомно. То есть в следующем игровом событии не исключено, что будет пульт номер 5 или пульт номер 7. То есть они не по очереди, по названию будут добавляться в игру. Поэтому пульт номер один никто не пропустил, просто он появится в другом игровом событии немножко позже. Повторюсь еще раз, в течение всего лета будут игровые события, в которых будет появляться пульт. И это не обязательно будут квесты, не обязательно будут ивенты. Короче говоря, поживем увидим, поэтому не переживайте, пульт номер один никто не пропустил. Если я был вам полезен, а я надеюсь, что так оно и было, поставьте лайк данному видео и подписывайтесь на этот канал, потому что на канале всегда есть что посмотреть по танкам, а главное здесь всегда точная и проверенная информация. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.